Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим просто, из простых ингредиентов, доступных ингредиентов и недорого. Начинаем готовить? Поехали! Первым делом нарежем лук. Нам понадобится одна большая луковица. Нарезаем перышками. Первую половину лука отправляем сразу в форму. Делаем такую некую подушку луковую. Так, у меня куриная грудинка. Нарезаем вот таким вот образом. У нас получаются такие стычки. Мясо нам нужно замариновать, поэтому отправляем в миску. Куриной грудки у меня здесь 700 грамм. Добавляю смесь перцев свежемолотых. Соль по вкусу, ложку майонеза чайную, ложку чайную сметаны. Все это хорошенечко перемешиваем. Мясо 5 минут промариновалось и отправляю в форму. Сверху у нас идет опять лук, та половинка, которая у нас осталась. Так, я взял картошку и нарезаем вот такими тонкими ломтиками. Я нарезал в первую очередь картофель, но нужно нарезать сначала кислый огурец на кругляшки. Отправляем огурчик. Плотненько устеливаем огурчиком кислым. А сверху укладываем картофель. Вот таким вот образом. Также берем 3 зубчика чеснока и тонкими ломтиками нарезаем. Все присыпаем чесночком. Сверху обязательно картофель присаливаем. Перчим. Сверху добавляю французских трав. Если нет у вас французских, можно заменить на орегано или просто на базилик. И, конечно же, нужно взбрызнуть подсолнечным маслом. Не будет также лишним добавить сливочного масла. Сверху накрываю фольгой для того, чтобы картофель не высох. Ну вот и все, отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно час-20. Но за 10 минут обязательно фольгу снимем, сделаем красивую корочку. Отправляем в духовку. Прошел ровно час. Фольгу снимаем. И еще на 10 минут оставляем в духовке и сделаем красивую золотистую корочку сверху. Вот она, вкусная, ароматная картошка с мясом, да с огурчиком. Аромат, конечно, стоит на всю кухню. Соседи в шоке, все в шоке.
начинаем нагружать в тарелочку. Мясо сочное, снизу у нас все соки. Вкусно. Ну что, друзья, давайте попробуем. Грудинка куриная прям рассыпается. Нежнейшее получилось. Конечно, огурчик придал свою изюминку. А картошечка. Друзья, шикардос. Обязательно готовьте. Просто бомба. Очень ароматно, очень вкусно и готовится очень просто. Друзья, если вам понравилось, конечно же, лайк, подписываемся, кто не подписался, и делимся с друзьями. Не забываем подписываться на мой второй канал, который называется Шустрый Микс. Все ссылочки оставлю в описании. Всем пока.